День добрый, уважаемые поклонники спорта. Добро пожаловать в Зеленоград. Добро пожаловать на поле Московской академии регби. На поле стадиона Московской академии регби, где у нас совсем скоро начнется поединок в рамках юношеского чемпионата России. Принимает Московская академия регби пензенский Локомотив. Начальный удар за регбистами Локомотива. Хатиашвили. Дальше по вееру. Никита Носов. Продолжает прорываться Московская академия регби. Первая попытка 5-0. Первая попытка. 11 номер Александр Кущенков становится ее автором. Выходит вперед команда хозяев. И точный. Очень близки. Очень близки к первой попытке регбиста Локомотива. И есть попытка. Есть приземление. 7-5 становится счет. Но здесь, конечно, великолепно. Хороший удар. Выводит мяч вновь на Королева. Рывок Королева и попытка. Арсений Королев выводит вперед свою команду. Вместо Никиты Носова появился у нас Арсений Королев. И делает он счет 12-7. Держит оборону Локомотив. Закончилось у нас время первого тайма. До мертвого мяча игра ведет. И была там передача вперед или это попытка? Вот в чем вопрос. Попытка. Это попытка. 19-7. Не попадает Васинович на этот раз. 19-7. Такой у нас счет зафиксирован после первой половины игры. Дорогие друзья, у нас второй тайм стартовал. Афанасьев. Втроем его захватили. Ну так и надо Егора Афанасьева захватывать. Парень мощный, он может сольный захват и продавить, а это попытка будет. Это будет попытка, Максим Бастрыгин. 19-12, сокращает отставание Локомотив в начале второго тайма. Меньше 5 минут потребовалось. Отправляет мяч меж двух стоек ворот. Ошибается Локомотив и есть попытка от Московской академии регби. Счет становится 24-14. Локомотив в своем коридоре. Точная реализация. Сложно мне здесь это разглядеть. С моей позиции комментаторской. Не очень удобная на стадионе в Зеленограде. Да, мяч у Московской академии регби. Васинович уходит от захвата на сайдстепе. Уходит от второго и есть попытка. Почти 15 минут сыграли команды. Не спешит с ударом Васинович. Атакует Московская академия регби. Какая скидка красивая от Королева. И сохраняет мяч Кропов. Первый захват сбрасывает. Вторым сумели его в землю отправить. И попытка. Снова попытка от Московской академии регби. За 55 минут игры. Ну и обозначает определенные проблемы в защите у Локомотива. Точная реализация. Атакует Московская академия регби. Какой прорыв. Высокий захват. Преимущество на штрафной. И Московская академия регби этим преимуществом воспользовалась. И еще одну попытку занесла. Счет становится 45-14. Московская академия регби вторую победу в двух матчах одерживает. Но для Локомотива дебютная игра сезона складывается не очень удачно, не очень весело. Ну и надо сказать, что с Балтийским штормом. Точная реализация. Забирает мяч Московская академия регби после начального удара, пусть и с небольшими проблемами.
Здорово, вновь выходит из обороны Московская академия регби, а Локомотив просто бросил играть. Локомотив, такое ощущение, что просто бросил играть. Арсений Королев. 52-14. Еще одна попытка от Московской академии регби. Дубль оформляет Королев в этом матче. Ну и реализация. Никуда не спешит Васинович. Точный удар. Есть возможности. Заносит попытку Локомотив. 23 номер Максим Бастрыгин у нас отличается. 54-19 становится счет. Московская академия регби атакует на последней минуте игры. Королев, отличная передача на Кропова. Кропов уходит от захвата. Кропов ускоряется по бровке. Кропов. Какой же слаломный проход от Терентия Кропова. Просто звездочка. Просто красавец Терентий Кропов. 59-19. Ну и думаю я, что после реализации прозвучит уже у нас финальный свисток. С другим настроем. Завершает Вадим Васинович нашу игру неточной реализацией. 59-19. Такой итоговый счет зафиксирован. Московская академия регби одерживает победу в домашнем матче. Огромное спасибо всем зрителям, огромное спасибо болельщикам, которые свои команды поддерживали.